Вот классический пример современного развода. Это у нас канди, в которую влазит 7 килограмм. С глубиной бака целых, как мы видим, 27 сантиметров. 26 – это глубина бака. И в нее влазит 7 килограмм. А вот, сейчас я вам покажу даже по высоте, Samsung, в который влазит официально всего лишь 4,5 килограмма. Но у него глубина бака 31 сантиметр. То есть канди у нас делает искривление пространства и времени. Когда вы запихиваете белье в канди, в нее влазит 7 килограмм. А когда в такой же бак, но гораздо глубже, Samsung, в него влазит только 4,5. Вот как нагревают сегодня маркетологи, людей, которые пишут на машинке 7 килограмм. Хотя туда реально влезает 4. Потому что рядом вот самсунговский бак, он даже видно. Сейчас я сниму еще с другой стороны. Вот. Какой бак больше? Самсунговский больше, но всего по классификации 4,5 килограмма. Рядом стоит канди, в который влезает якобы 7. Так что не ведитесь на маркетинг, а смотрите на глубину бака.